Привет, Эля! Привет, Тим! Посмотрел твой предыдущий лоб Шишонка и очень удивился. Я всегда относился к Библии как к церковной книге. Я даже не мог предположить, что библейские рассказы связаны с реальной мировой историей. В том-то и дело, Тим! В Библии не просто абстрактные истории, но упоминаются конкретные имена людей, населенные пункты и время событий. Археологические открытия раз за разом подтверждают достоверность того, что написано на страницах Библии. Не может быть! Давай проверим! Фил, найди, пожалуйста, что ученые-археологи говорят о книге Библии. Вот заявление отдела антропологии Национального музея естественной истории. Большая часть Библии, в частности ее исторические книги Ветхого Завета, это точные исторические документы, как и любые другие античные исторические документы Египта, Месопотамии или Греции. Библейские тексты могут использоваться так же, как и другие древние документы для археологической работы. Интересно, а есть цитаты других ученых? Вот цитата из письма Национального географического общества. Археологи действительно считают Библию ценным справочным инструментом и часто используют ее для определения географических взаимосвязей, старых названий, имен и относительной хронологии. И что, прям все-все библейские герои подтверждены археологией? Еще нет. Иногда годами, десятилетиями и даже веками ничего не известно о тех или иных местах, людях, указанных в Библии. И невозможно подтвердить их существование. Но проходят годы, происходит очередное археологическое открытие. И оно не просто подтверждает верность библейских текстов, но и глубже раскрывает упомянутые даже вскользь имена или события. Верно, Фил? Все верно. За последние полтора века каждый год происходят сотни новых археологических открытий. Круто! Мне даже захотелось больше узнать о библейской археологии. Да, это безумно увлекательно. А знаешь, что было бы еще круче? Самому стать археологом. Ух ты! Соберешься в экспедицию? Зови меня с собой. Договорились. Друг, Библия – это не выдумка. Это послание живого Бога для нас. И даже археологическая наука подтверждает ее достоверность. Поэтому обязательно находи время читать Библию. И заходи в плейлист «Мой маленький влог», чтобы посмотреть клип группы «Newsboys» «Бог не умер». Пока!